Как говорит наш следующий номинант, мечты сбываются, когда ты идешь к ним навстречу. Ее путь к успеху не был простым, но а результат того стоил. Программу третьей церемонии вручения Международной музыкальной профессиональной премии «Браво» продолжит выступление одной из ярчайших звезд оперной сцены из Республики Казахстан. Первой и единственной исполнительницей из Казахстана, которая заключила контракт с французской гранд-опера. Встречайте, Майра Мухаммедкызы! Thank you.
самый популярный классический исполнитель и страны-партнера вручается заслуженной артистке Республики Казахстан Майри Мухаммедкызы. Премию вручает Совет посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Эдин Хазеулы. I truly would like to say bravo to all the participants and organizers. I'm overfilled with pride, and on behalf of the Embassy of the Republic of Kazakhstan in Russian Federation, I would like to give this high honor, symbolizing the additionally international professional jury for the achievements in the area of classical arts, to our talented and bright compatriot, great operative of the Republic of Kazakhstan, Mayra Mohammedizi. От посла Республики Казахстан лично вам за блистательное выступление. Вам слово. Браво, сыйлығын бүгін марапаттап жатқанына шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Большой театр өте көп жұлдыздардың арманы. Осы киелі шаңырақта өз өнерлерін көрсету ол үлкен мәртебе. Чайковский конкурсынан баяғыда марапатталған кезде Қазақстаннан лауреат болып, мінекей осындай бүгін марапатталу мен үшін үлкен абырой, үлкен мәртебе. Ұйымдастырып жатқан барлық осы бірауаның ұйымдастырушыларына талғампаз көрермен сіздерге алғысым шексіз. Көп рахмет. Я очень кроткого внимания времени брата и невероятно воодушевлена этой потрясающей церемонией. Сцена Большого театра – храм для артиста. Петь здесь уже награда. Когда-то я стала первой певицей из Казахстана, лауреатом конкурса Чайковского. Это была большая победа, открывшая мне мировую сцену. И сегодня здесь, в Москве, я испытываю те же чувства. Спасибо организаторам этого удивительного события. Спасибо потрясающей московской публике. Я счастлив. Лауреат премии «Браво» Майра Мухаммедкызы. Поздравляю.